ух уж эти автомобили спортивные, теперь мы как червяк должны протиснуться в салон. Вот это жизнь. И все это вы можете получить, купив гарнитуру виртуальной реальности за 30 тысяч рублей, ребята. Машину, да. Цыпочку на сиденье. Вам не нужно выходить из дома. Вы можете продолжать хиковать, но погружаясь в другие миры. Давай дрифт. Смотри, сейчас дрифтану. Выдал? Отлично. Я рад, что тебе понравилось, я старался. Так. Я думал, мы в море упадем. Я думаю, что мы застряли, просели в сугробе. Ты можешь выйти, да, подтолкнуть с толкача? Если бы я мог, вообще как выйти? Блин, ну вытолкать я тебя не могу. Ты как будто вознесся к небесам. Как будто Иисус хочет тебя забрать. О, ты вышел. Дверь только закрой, сквозит холодно. Спасибо. Толкай. Так, сейчас заднюю воткну еще. Не получается? Немного нет. Сейчас под колеса встать, чтобы... Под колеса бросаться — это не очень хорошая идея, наверное. Это не выход из ситуации сложившейся. Да, все, кажется, застряли. Не знаю, насколько хватит аккумулятора здесь прожить. Мы можем согревать друг друга своими телами. Я не умею открывать двери. Тебе придется замерзнуть насмерть. Это спортивная машина, двери не открываются. Знаешь, я увидел тебя, я хотел залезть на эту штуку и сверху, но я вот так же застрял. Да, как в британской комедии. Так, ну теперь нам нужен эвакуатор. Во, вот другое дело. Вот смотри, как работает профессионал. Давай. Так, двигатель надо завести. Дверь закрыть, дотянуться. Давай, потихонечку. О, еще подмога. Так, я заднюю воткнул. Не знаю, может, это как-то поможет. Так, ну я чувствую, как вы меня сдвигаете. Да, нужно небольшой разгон взять. Потихонечку только. Машину не повредите. О! Не, все равно не могу. Назад точно не могу. Я пытаюсь прогазовываю. Мне надо сверху заехать. Да я не уверен, что это хорошая идея. Вот это вы светите мне фонарями, фарами. Так, ну главное, чтобы вы не застряли вместе со мной здесь, потому что сейчас выглядит это все именно так. И знаете, где еще один эвакуатор? Вон он. Да, но я здесь конкретно просел. Боюсь, что... Мы, конечно, можем здесь автомобильную оргию устроить, но это максимум, что мы способны сделать. Вот смотри, он влетает в дверь, и в принципе есть шанс, что машина подпрыгнет из-за соприкосновения объектов. Из-за вот открытой это двери. Это выглядит как искусство. Да. Есть такой фильм даже про сексуализацию аварий ДТП. Не помню, как он называется. Чего? Ну ты видишь, как его сжимают прям под машиной? Не прикалывает, как он настолько маленький, что он может реально в ту щель пролезть под машиной? Да, но потом вспоминаем, что это VR-чат, и коллизию персонажей нет. Он задеспавнил ее. Опа, ты видел, куда он улетел? Он улетел, он вот туда вот далеко в... Да-да-да, я тоже там его увидел. Как тебе моя новая машина? Отлично. Довезешь меня домой? Князи в грязи, так сказать. У них-то я точно знаю, где зажигание они находятся, как минимум. Жалко, здесь в салоне освещение так себе. О, что происходит? Да кто-то, блин, в зад ударил. Права понакупали. Понапокупали, точнее. Так, вот сейчас попробуем аккуратно ехать. Проеду я сквозь него или нет? Не ударившись в задницу. Да, но пинг заметен уже сейчас. Хотя более-менее нормально. Только не перебарщивайте со скоростью. У меня машина не новая, боже мой. По-моему, он его подрезал. Да! Тормози! Тормоз! Вовремя затормозил. Все в порядке? У тебя днище, кажется, не, прорвало, это, ноги провалились. Гениально. Ты сказал, езжай, Рейна, и он просто влетел сзади. Да, ну человек слово, так сказать. Человек слово, да. Наш кортеж начинает движение. Почти президентский.
Но мы все нищие. Я решил показать ему, кто король на этих дорогах. Так, вот и приехали с ребятами на пляж. Я вылез прямо на чью-то машину. Еще могу дрон запустить. Ля, как красиво. Просто заведи двигатель, там фара сам. Быстро улетело, я не успел скорректировать камеру. Камера слишком медленно передвигается. Но таким образом снимать можно кино. Если бы еще машина не мигала, не моргала, было бы, конечно, намного лучше. Толкай машину, помоги. Мы застряли. Это все... Быстрее запрыгивай! Это все... Водителей нет, машина катится. Машина катится, ребята! Она сейчас это, в море уплывет со мной. Я тут один, между прочим. Ты дверь-то закрой. А, да, точно. А то-то, я думаю, сквозит. Продует, на самом деле, не очень здорово. У нас водитель выпрыгнул, если что, мы катимся. Да, и мы теперь катимся куда-то под откос. Не предназначен для... Это ограбление. Ты же человек-паук, ты должен спасать мир. Смотри. Давай, отдавай нам свои деньги. Ладно, пока. Дверь только закрыл бы, дверь для приличия. Иди за руль. Иди рулить. Я не умею рулить. Меня лишили прав, ребята. Я хочу сидеть и ничего не делать. Я только что вам об этом говорил. И все, что я получил взамен, видите, меня уже скрючило. Я пожилой человек. Теперь я ваш водитель. Мы доверяем тебе. Только дверь вы опять открыли. После того, как за руль сел Человек-паук, скучно тоже точно не будет. А где Человек-паук? Он... Похоже, ему надо на работу. Кнопочка большая справа на панельке рядом с переключением передач. Рычагом. Справа от рычага. Большая такая, красная. Вот это технология, конечно. Да. Почему вот после Макларена здесь кажется, как будто это какой-то не обычный Audi, а, не знаю, джип какой-то? Потому что Макларен низко посажен. А это нормальная машина, хоть и женская. Руль меньше намного было, у меня сейчас он прям перед лицом.